Я нажал использовать ключ. Давай, пожалуйста. Да ну нафиг! Вот это просто жесть! Всем здарова, дорогие друзья, с вами Кузака, Барт и Куз, и сегодня мы открываем кейсы в CSGO. Здорово, друзья! Всем привет, ребята! Я вообще в первый раз это все снимаю и делаю, для меня это не совсем привычно. Также сзади появилась вот эта вот синяя хрень, хромакей, с помощью которой я могу быть прозрачный, как ваш любимый хайпер. Ты можешь быть прозрачный? Я могу быть прозрачным, да, слушайте, пацаны. А синяя хрень не прозрачная. Сегодня у нас просто что-то дофига всяких там кейсов, ну там что-то их нету, вот этих, правда, ключей, но они потом появятся, если что. Пацаны... Я просто буду орать, если нам что-то сегодня выпадет в КС-ке, потому что мы сегодня снимаем, в принципе, все это дело в КС-ке не на каком-либо сайте, потому что Габен меня любит. Все, я, он мне уже давал этот, как Открывай. Его, вот эту вот штуку. Короче, я все, я готов. Я думаю, что мне сейчас с первого кейса просто сейчас что-то выпадет. Вот из-за показа этого... У меня... Ебах! Сюда! Да-да-да-да. От синьки просто так вот радоваться. Ема, у меня от показа экрана чуть-чуть подлагивает. Это не совсем привычно. Давай еще будем открывать. Ладно, не будем открывать. Пацаны, вот у нас появились каким-то образом здесь опять ключики. И мы должны продолжать все это дело открывать. Я просто буду... Ой, красный ключ! Красный ключ! Слушай, пацаны, у меня здесь что-то пролетает. Просто выпадает, и что такое все сегодня хорошее. Это просто какой-то капец. А давай, выбирай. Третий кейс, третий ключ. Третий... Не, ну давай, вот третий открыть, и здесь вот третий кейс. Ну что, погнали. Я сейчас... Да-да-да, конечно, топовый. Он всегда... Ножики пролетят. Вот это просто ножик! Это ножик плотяный. Да-да-да. Но он почти похож на ножик, кстати. Такой вот какой-то тоже красный. Все, дай-дай-дай-дай. Давай, да, теперь ты. Зелененький. Второй. Второй зелененький. Второй. Ага. Второй зелененький. Hello, darkness, my old friend. Вот так вот доверять Кузу. Сломал его. Почему? В смысле, мне залагало? У тебя кейсов просто нету. У меня есть кейсы. Так. Я же говорю, они... Печали, да? Здравствуйте, вылупились. Да, все закончились. Вась, долго смотри, короче. Ась, да. Короче, смотри. Что, какой? Давай, жми зеленый. Второй зеленый. У меня две мышки и почему-то. И тут тихо. Стой, не трогайся. Четыре. Да я тебе не доверяю. Тыкай. Это сейчас будет провал. Это сейчас будет просто провал. Естественно, понял, я да? просто умею все представлять свои видения. Алло, Вась, мне оно уже второй раз на свое, падает. На свое усмотрение. На свое усмотрение, значит, да? Да. Смотри по-своему. Открыть кейс. Вот и Феникс. И сразу вот так вот, оба. И сейчас мне АВП Азимов выпадает. Я такой просто красавчик, там не знаю что... Пульс. Сто трек. Ну слушайте, это уже что-то лучше, чем ничего. Ну блин, нам что-то вообще сегодня одна синева вроде падает, да? Да, кстати. Давайте выбирать, что-то пацаны, по очереди есть. Будем что-нибудь там. Давай тогда зелененький первый. А ты что по моей тактике ходишь? Ну ладно. Да потому что она работает. Великий демон. Вот ты будешь великим демоном, если у меня что-то выпадет. Ну и синенький. А мне ни хрена не выпадает. Вообще отлично просто, пацаны. На самом деле, ребят, все, смотрите. Как говорится, 3-3. Давай, это. Я слил все деньги, пацаны, и мне ни хрена просто не выпадет. Смотри, гамма-кейс. Да. Хорошо. Второй. Ничего не знаю. Второй, и в принципе нам выпадает, опять же. Я ставлю ставки на новую. Ни хрена себе! Вы видали какую? Почти! А если фобос это было бы. Капец. Но он красивый. Но это хотя бы не синева вроде. А, нет, это синева. Блин, вот, конечно, плохо все. Так, и что теперь-то? Что теперь-то выбираем лучше? Спектр кейс. Вот спектр кейс вообще везет на самом деле на него. И за это мы погнали делать его. Я хочу не Унар. Да. Он красивенький. Ну получусь. Да почему так? Я просто не понимаю. А, у вас же задержка там еще. Выбеги в монитор, подвинь. Офигеть, он красивый на самом деле. Ну, красивый статрек, но это что-то синенько все равно и плохо. Гамма кейс первый. Гамма кейс первый. И открыть.
Я понял, все. Ну у тебя там задержка, я уже открыл, а ты только. А я открыл. О, Фобос! О, фобия, фобия сейчас у меня будет. Уже что-то другое, уже. Не, смотрите, она хоть какая-то такая хорошая, так разукрашена. Прям вау! Красивенько. Так. Так, дай теперь кейс выберу, чисто кейс. Давай кейс выбери, окей. Вот на него нам. А у тебя есть прорыв? Прорыв нет, у меня нет прорыва. Смотри, давай. Есть прорыв твоей задницы. Сверху, сверху. Спектр, да. Третий. Какой? Третий. Вот этот хочешь? Вот этот вот. Да, хорошо. Открывай. Ну, спектр, слушай, я знаю, что здесь хорошо выпадает. Вот мне фальшь, он выпал отсюда, но мы почему-то этот момент не записали. Давно что-то записывали. Ну, почему-то война там пошла. Почему-то война пошла вот такая. Почему-то сейчас кто-то пойдет в полубу. О, причем закаленная в боях. Да вообще, вот, все, вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Бен жадный на самом деле. Да, это просто жесть. Ну, давай, да, я на самом деле хотел сейчас нажать на инвентарь, но я понял то, что мне выпадет это, из-за этого не нажимал на инвентарь. Окей, смотри, так. Давай, кстати, сейчас нажмем. Да, сейчас нажмешь на инвентарь. Слушай, это хорошая идея. Так, давай ключ, второй. Зелененький ключ. На второй нам не везет, кстати, не надо, вот я на второй нажимал. Нет, давай второй повезет. Второй. Вот если сейчас еще Ярик, Кус подтвердит, что второй, то да. И второй кейс. Давай второй. А чё на двоечке-то учимся? И инвентарь тыкай. А, потому да, на инвентарь. Потому что два нормально. Ну, естественно, вообще, видал? Видал? Ой, теперь будет эта ошибка. Так, и чё теперь-то можно ещё выбрать? Ключ от гамма-кейса. Давай, я. Давай, выгода твоя. Желтенький, вот этот. Да не два, один будем и вот и один. Один. Я никуда не нажимаю. Спасибо, что дал выбрать, брат. Да вообще, я всегда люблю тебя. Пацаны, никогда не открывайте вообще в КС-ке. Я слил 3000 рублей, и мне ничего не выпало. Писька. Еще у нас не все кейсы. Хотя у нас еще, да, много. Можно еще подзабавиться. Я предлагаю единичку идти нахрен. Так, ну я, наверное, выберу, получается... Гамму, кейс третий и третий. Плес, ну, вот плес, ну выпади хоть что-нибудь сегодня, я просто офигеть, прошу. Ну вот столько пролетает, и выпадают всегда какие-то стат-треки, даже не выпадают они. Хрени. Выпадает, кстати, какая-то хрень. Оружие. Красивое оружие, красивое, давай ты его себе возьмешь. А, не надо. Давай. Это мое будет, не надо. Так, я не знаю, честно, мне невезучая рука какая-то. Я левый открою, я левый. Сложно, зелененький ключик. Ключик, да, любой, сам на свой выбор. Первый. А вот я закрою первый. Глаза и на какой клацну, а не на какой не клацну. Во, нет, на второй. Так, второй, все. И уезжай. Уезжай, нафиг, все, ухожу вот туда, не смотрю, все. Не смотрю. Капец. Ну, это уже что? Это нож! Ножик, конечно, ножик. Не, ну хотя бы стат-трек, пацаны. Синий стат-трек, меня это уже чуть-чуть радует. Ну, блин. Так, слышь, давай. Феникс, Феникс. Использовать. Ой. И у меня пошло там дальше. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, такие звуки. Блин, пацаны, на самом деле волнительно. Чего-то осталось буквально чуть-чуть. Жизнь. Я не знаю, я какой-то не лакер ни хрена. Просто практически одна. Может, надо как-то спиннером, у меня нет спиннера открыть. Блин, конечно, плохо. Сейчас, брат, я тебе помогу. Ладно, я знаю, что нужно давай, делать, нужно вот так вот открыть. С кейса, тогда у нас все будет хорошо. Пожалуйста, ну. Да, лох. Я просто надеюсь, что там вот так вот идет ножик такой, вот эта вот табличка, и ножик прям мне выпадает. Но, к сожалению, Габен сегодня, по-моему, не настроение. Гамма-кейс второй. Я подумал, что гамма-кейс второй, ну ладно, надеюсь, что хоть так у нас... Вау. Да, вау. Очень классно вообще, пацаны. Это вообще очень. Решил подкрывать кейсы первый раз, пацаны, да. Это какой-то. Так, ну давай. Давай. Гамма кейс первый гамма. А можешь вот так вот. Опа. Давай, опа. Опа. Там столько пролетает просто, я не понимаю. И почему вот эта синька реально падает уже столько кейсов? Я не знаю, а что с этой синькой мне делать? Я продам, получу себе, а потом один кейсик зато. Ну а зато она красивая, слушай, прям как красная. По-моему, реально, на сайтах вот, по логике выгоднее покупать. Хотя да, ну, блин, по сути это гораздо да. Легче. В следующий раз обязательно пойдем на сайт, я просто не хочу больше здесь открывать. Это такая жопа. Говно. Чего за бред? Просто одна синька. Одна фиолетовая вышла. У меня даже звания нет, чего ты хочешь? Может, потому что у меня звания нет? Во! Ресторатор вышел. Аристократ. Кстати, он не красивее, чем синька, на самом деле. Да не стоит там вообще мало, мы потом это посмотрим. Синька тут красивая достаточно. Пацаны, три
Ключа осталось. Что там активировано? Система поиска... Ну я понял. Все хорошо. Пацаны, меня серьезно что-то сейчас трясет. Я не хочу просирать свои последние 3 ключа. У меня, кстати, по-моему, даже спектра... А, нет, спектра есть, все. Мы должны сегодня всё, что-то давай, выбить. Середины, хотя бы вот, не знаю, фиолетенького. Вот вот не знаю. Да, вот не Иди, вот серьезно. Ну вот, Габен, ну что ты мне даешь вот постоянно? Иди погуляй, правильно. Иди погуляй. Второй ключ, спектр. Да второй нам не везет. Да ведь повезет. Я просто надеюсь, что сейчас... Вот... А какая разница? Да, кстати, здесь один, так что все. Пойдем сразу так открывать. Блин, очень спектр, обидно на самом деле. Второй только один, так. Почему поток выпадает вот это постоянно? Ну, как говорится, поток либо 2 штамп умножить на 1 равно 2. Спасибо, спасибо. Короче, спасибо. Последний все, а последняя надежда. Давайте я просто нажму локтем. Не закрывай локтем глаза. Нажму. Закрывай глаза. Артём? Ой, я ж не нажал как надо. Все, я готов. Я готов, я закрыл все глаза. И... Второй раз. Я даже факи покажу. Да ладно! Конечно, перчатки! Конечно, какие перчатки там? Я ему факи зачем-то показал, он мне за это просто вот, не знаю. Пацаны, ну ладно, хотя бы нажмем вот на эту ручку и сейчас засунем все говно, которое есть у меня сейчас, которое и мне выпало. Я понял. Я просто сейчас выберу вот говно все. Всё. Так, выбрать просто для месяц обмена. Да, это капец, так. Не, такой не буду, вот такое, вот такое. Я просто все засунул, да, то, что вот есть. Обмен. Все, роспись ставь, подпишись, да, вообще, просто отправить контракт. Да, хороший у вас роспись, уважаемый. Напиши, ГБ, но очень хороший человек. Не пишу. Найс. Все, отлично. Ну, спасибо тебе. Ну, кстати, слушай, он красивый, но он стоит, наверное, рублей 30. Мы сегодня, пацаны, вообще хорошо окупились. Вообще просто красавчики. Да, ребят. Ну, и все-таки... КС всегда открывайте кейсы, реально лучшие кейсы в мире. Ага. Пацаны, все равно нам сегодня ничего не выпало. Я думаю, что можно порадоваться синьке как ножику, так что сейчас все будет отлично. Я нажал использовать ключ. Давай, пожалуйста. Да не нафиг! Вот это просто! Как это выпало? Жесть! Охренеть! Гамма-волны! Просто! Подари, пожалуйста! Слушай, на самом деле серьезно, рад там не выпал, потому что синька. Посмотрите, пацаны, сегодня нам какую-то хрень одна выпадает. Ну хотя бы там Стартрек что-то выпало. Ну я не знаю, что сегодня такое. Я надеюсь, что вы поставите лайк за мое невезение. Ну хотя всегда за везение ставят лайк, типа я такой красавчик. Ну видимо, невидимо Налика узнает всегда и везде. Ой, не тот сказал. Ну видимо, мне сегодня не везет просто, вот так, пацаны. В общем-то, друзья, я надеюсь, что вам понравился первый open case с Бартом и Кузом и невезучим Кузака. Если так, то вы можете подписаться на наш каналчик и поставить нам лайк, а также оставить свой позитивный комментарий. Ну и все, дорогие друзья, всем удачи и всем пока! Пока, друзья! Твой телефон, но никогда не позвоню. И дышим мы в унисон и набираем. Я люблю, ты далеко, далеко. Смеются даже небеса. Но мне легко, так легко. И верю я в чудеса. И верю я в чудеса. Я верю в чудеса.